Привет студентам! Всем, кто сдал экзамен и отметил День студента и с чистой совестью отдыхает на каникулах. Привет и хвостатым! Тем, для кого эта сессия стала настоящей стрессией. Держим за вас кулачки! В эфире Alma Mater и мы, Миша Коробицкий и Аня Аксенова. Вот о чем вы узнаете в ближайшие 15 минут. 150 лет не возраст. Старейшая школа Могилева отметила юбилей. Идеи для жизни. Любопытные изобретения презентовали гимназисты из Кировска. Операция «Иний» – новый эксперимент наших корреспондентов. И смех, и грех. Результаты узнаете через пару минут. В конце прошлой недели у студента был праздник. 25 января – всем известный Татьянин день. Ну или наш с тобой праздник и многих других – День студента. Кому праздники, у кого еще экзамены шли? А преподавателям хоть ты Татьяна, хоть Аня – никаких поблажек. Кстати, вот мало кто знает, а 25 января – это еще и День белорусской науки. Так что три праздника в одном. Три в одном – это как в нашем дайджесте. Обо всем да по чуть-чуть. Смотрим. Сто 150 лет со дня своего основания отметила старейшая школа Могилева номер 1. На праздник пригласили учителей и лучших выпускников. Торжественное открытие Самаринской женской гимназии, от которой мы берем начало, состоялось в январе 1865 года. В честь юбилея в школьном музее сейчас каждый день проходят экскурсии. Открытие гимназии на тот момент было событием государственного масштаба для всей Могилевской губернии. Собрался митинг, торжественный молебен, выступал лично губернатор, пришли приветственные слова из Петербурга от царя. Девочки слушают внимательно, удивляются. 150 лет назад, чтобы поступить в гимназию, сдавали экзамен. Почетно учиться в такой школе, зная такую богатую историю. Я знаю, что здесь раньше была женская гимназия, где учились одни девочки. Елена Абрамович – гордость школы, как тут говорят, педагог от Бога. В ее трудовой книжке за 36 лет только одна запись – учительница русского языка Могилевской школы номер 1. Это энергия молодости, это энергия души, это любовь детская, это отклик душевный. Ну и, конечно же, безусловно, стены. Эти древние стены, древнейшие. В Могилеве выбрали лучших мастеров производственного обучения среди педагогов профессиональных лицеев. На последнем этапе конкурса «Мастер года» финалисты провели 20-минутный мастер-класс. Борьба была, будем так сказать, серьезная, ответственная. Люди готовились на протяжении полугода. Именно конкретно каким-то конкурсом, который надо показать на сцене. 18 участников, 6 финалистов и только один победитель. Повар Татьяна Ускробова взяла первое место. Победительница представила Могилевский лицей номер 10. На мастер-классе я показывала молекулярную кухню. Это новейшее совершенство у нас в Беларуси. Ань, ты знала, что большинство изобретений и открытий совершаются в юном возрасте? Да, Миша, и хорошее тому подтверждение учащиеся Кировской гимназии. Они пробуют себя в роли рационализаторов. 8 лет назад в гимназии создали научное общество «Поиск». И там ребята готовятся к Олимпиаде и внедряют свои творческие находки. Какими изобретениями могут похвастаться юные исследователи, узнала наш корреспондент Елена Соловьева. Для того, чтобы быть находчивым рационализатором, вовсе не обязательно быть великим ученым. Достаточно просто учиться в школе и быть любознательным человеком. Сейчас мы вам это докажем. Это микрорайон будущего, а вот и его архитектор Виолетта Белявская, учащаяся Кировской гимназии. Особенность микрорайона в его форме. Каждая постройка сделана в виде шестигранника. Но первую премию на республиканском конкурсе «Архновация-2014» школьница получила не только за оригинальность идеи, но и за ее архитектурную практичность. Этот микрорайон, он очень удобен для территорий, там, где катаклизмы природные, для сейсмически опасных зон. Так, оператор от нас на расстоянии метра. Метр 20. Ну, метр 10. Виталик, не танцуй, дай нам почитать. Давай лучше я на тебе проверю. Ну, проверь. Так, ты на расстоянии где-то 3 сантиметра или 5. Слушай, ты вообще в моем личном пространстве. Выбрось телефон, мерит он.
А вот Павел Хурсов утверждает, что при помощи мобильного телефона с фотокамерой может узнать размер любого удаленного объекта. Например, одноклассника Кирилла. Достаточно его сфотографировать. Можно примерно прикинуть, что кисточка ну, в его росте помещается 17 раз. Так как мы знаем, что размер чаши с кисточкой примерно 10 сантиметров, значит, его рост будет 17 умноженное на 10 – 170 сантиметров. Сам же Кирилл выбрал тему, особенно актуальную накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Через интернет он ищет сведения про тех, кто не вернулся. В результате появилась электронная картотека. Отправной точкой для поисков стала книга памяти Кировского района. Работал с несколькими источниками, это значит сайт «Мемориал». Вот он. Это российский сайт. Дальше недавно открылся сайт «Подвиг народа». Тоже Министерство обороны Российской Федерации. И также обнародована немецкая база данных военнопленных. Как говорят исследователи, самое важное, что их труды приносят очевидную пользу. Следующее переиздание книги «Память» выйдет именно с поправками Кирилла. Разработкой Павла заинтересовались военные. И, возможно, новые жилые микрорайоны начнут строить в форме шестиугольника. А сейчас время устроить внеплановую проверку знаний для наших зрителей. Альма-матер задаст контрольный вопрос и посмотрим, сумеете ли вы ответить на него сходу. Я даже больше скажу, вопросов на этот раз два. И мне уже не терпится пойти на улицу и задать их прохожим. Не терпится? Так иди, Анечка, иди. А я здесь побуду в тепле, под софитами. И жужжать никто не будет над ухом. Это я тебе жужжу, что ли? Иди, иди. Нет, вы видели этого нахала? Нормально. Альма-матер продолжает испытывать на прочность студенческую смекалку. На этот раз мы решили выяснить, в названии какой конфеты чувствуется холод? И кто такой колумнист? Сладкоежки, настал ваш час. Девочки, вопрос на смекалку. В названии какой конфеты чувствуется холод? Холст. Холод. Да. Ментос. Холд. Холс. Это именно по ощущениям. А название? Название Холс. Ну, американские, какие-то зарубежные, непонятные аналоги нашего русского настоящего леденца. Лед, льдинка, сосулечка. Сосулька. Льдинка. Льдинка? Ну да. Ледяшка. Риски. Еще. Леденцы? Да, наконец-то! Ты отгадал. Вот как назывались петушки, помните такие вот? Это что такое? Леденцы. Да, 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 да. Ну, леденец? Да, я думала, название конфеты надо самой. Нет, у нас для тебя подарок, подожди. Леденец. Я сейчас просто коченею, здесь уже холодно. А скажите нам еще вопрос, кто такой колумнист? Кто? Колумнист. Вы на что намекаете? Контрабандист. Я думаю, если люди читают газеты, они знают, что колумнист – это человек, который ведет колонку в газете. Как ты думаешь, в твоем окружении есть колумнисты? Ну так, навскидку. Чувствую, что нет. Вот вы сейчас можете назвать друг друга колумнистами, обозвать. Ну да, наверное. Может быть. Обзывайтесь. Окей. Колумнист. Может быть, это что-то с клоунами связано. С клоуном. Колумнист? Вроде от колонии. Колония? Вроде от колонии. Человек, который... Сидит. От слова колония. Это вообще что? А на каком канале нас будет? На Беларусь 2. 17.55, класс! Пусть этой зимой вам будет сладко и тепло. И больше читайте, хотя бы газеты. А Альма-Матер в следующий раз подготовит для вас новый вопрос. Включайте логику. Что, замерзла? Да. Ну грейся, грейся. А мы не перестаем проверять студентов не только на смекалку, но и на стойкость. Морозостойкость. Мы провели новый эксперимент, результаты которого оказались, ну, очень неожиданными.
Девчонки, вам понравится. Передаем слово Андрею Туренскому. Студенты – народ горячий. Даже если на улице минусовая температура. Но, похоже, девчонкам на это наплевать, а не за красоту. Специально для студенток «Альма-Матер» проведет эксперимент и узнает, какую обувь стоит носить, чтобы ноги девчонок не превратились в ледышки. А поможет нам в эксперименте обаятельная Веста Смирнова. Всем привет! Сегодня мы проверим, в какой же обуви теплее – на танкетке, на шпильке или в простых русских народных валенках. Ну и вот тебе флайеры от «Альма-Матер» с пожеланием хорошего дня. Заодно и узнаем твою привлекательность. О, я и так привлекательна, Андрей. Я знал, да. Ну что, замерзла? Конечно. Начнем с самых теплых вещей. Это валенки. Так, давай сюда. Валенки, да валенки. Да и пошли ты, старики. Ну что, все? Удачи. Да, полетела. Здравствуйте, смотрите нашу программу «Альма-Матер». Здравствуйте, смотрите нашу программу «Альма-Матер». Ну что, делись, как? Держи, грейся. Рассказывай. Тепло в валенках. Они большие и сделаны из очень теплого материала. С мехом, видимо. И удобно бегать. Ну, в принципе, тепло. Теплее, чем в моих обычных. Что дальше? Ну что, продолжим эксперимент? Конечно. Вот тебе новые, модные сникерсы, как вы это любите. Ну что, проверим, как будет тепло? Конечно, проверим. Все, держи. Давай. Когда моя бабушка видит, что я одеваю сникерсы, она говорит, куда-то я на мороз собралась в кроссовках. Видимо, не понимает, что они, в принципе, теплые. Сейчас проверим. Ну что, рассказывай. Наверное, холодно было? Ты не поверишь, как говорит моя бабушка, кроссовки в них реально теплее, чем в простых валенках. И, девчонки, берите на заметку, самая теплая обувь пока. А сейчас ваши модные, как вы любите, ботфорды. Ну, я, конечно, не уверен, что тебе сейчас будет в них тепло, но все же проверим. Давай проверим. Товарищи, не проходите мимо, акробаты на льду. А потом еще удивляемся, почему девочки все время опаздывают. Да уж, далеко на таких не уйдешь. Ну-ну, сам говорил, что тебе нравится, чтобы высокая была и на шпильках, чтобы не в кедах ходила. Зато мужчины не сводят глаз. Да-да. Ну что, Веста, рассказывай, просто уверен, сейчас ты замерзла. Ты не поверишь, это самая неудобная обувь, которую я носила. Ты посмотри на эти каблуки, я как будто на ходулях. Это ужасно и, между прочим, очень-очень холодно. Ну что, Веста, какой самой холодной обуви оказалась? Естественно, самой холодной обуви оказались ботфорты, те на огроменных каблуках. Они неудобные и у них очень холодно. А на втором месте? На втором месте валенки. Они, в принципе, теплые, но не очень удобные и, в принципе, не очень стильные и красивые. Ну, как я понимаю, тебе больше всего понравились сникерсы. Да, они из-за того, что они на танкетке, они согревают ногу и выглядят очень стильно. Так что, девушки, одевайтесь теплее и помните, вы красивы тогда, когда здоровы. Специально для «Альма-Матер» Андрей Туремский и Веста Смирнова. Писать конспект дрожащими от холода руками легко, вот только получается, как у пернатого лапой. Потом не разобрать, что это, конспект по философии или атомной физике. Сегодня попытаемся согреть студенческие ручки и сделаем специальные перчатки из того, что есть у каждого студента в личном шкафу. Итак, нам понадобятся обычные теплые носки, ножницы, иголка с ниткой и фурнитура. Берем носки, в районе пятки вырезаем треугольники по размеру руки, концы носка обрезаем. Выворачиваем будущую рукавичку наизнанку, берем иголку с ниткой, вшиваем обрезанные края внутрь по контуру, оставляя место для пальцев. Выворачиваем нашу заготовку и декорируем ее фурнитурой по своему вкусу. Вашему вниманию еще несколько вариантов перчаток без пальцев. В народе их прозвали нитинки, мало кто знает, что они еще называются главилеты.
Современные перчатки без пальцев могут быть кожаными или матерчатыми, быть отделаны шипами, мехом, аппликациями или кружевом. Дешево, сердито и, главное, из того, что есть под рукой, настоящая находка для студента. От варианта фабричного, конечно, они немного отличаются, но зато писать в них удобно, и хендмейд всегда в цене. Что еще нужно студенческим рукам? Это была Alma Mater. Увидимся на «Беларусь-2» ровно через 2 недели. Веселых всем зимних каникул. Пока-пока.